Что смотришь? Может, вам еще ключи от квартиры, где деньги лежат? Ну, пойдемте, покажем. У нас тут спряталась главная героиня. Вот. А, смотрите, это Никушка. Она сегодня прячется. Пойдем со мной. Сэндбэг. Их кидают обычно, когда артист на метку не встает. В него так упираешься и знаешь, куда встать. Это гримваген. Здесь нас мулюют. А тут никого нет. Там нечего смотреть. А это наше логово. Здесь живут Марк и Даня. Я Даня. А это кто? А, это Даня из 10-го. Тупой спортсмен. Заходим, ребят. У нас был завтрак, сегодня здесь вкусные наушники. Вот так вот берешь, ложишься в обед и вот так спишь. Просто, когда очень утомился, сломанная вешалка, наверное, оставил нам маленький артист. Это вот Никушкин домик. На каждом вагончике обычно пишут, кто здесь сегодня. У нас сегодня здесь Маша, Крис, Полина и Лера. Ну вот, пожалуйста, посмотрите, какой бардак в домике девочек. Вот сразу ясно, вот, два хороших парня, которые абсолютная чистота, абсолютный порядок. Здесь какая-то косметичка, здесь какие-то сумочки, тексты, плюшечки. Что читают у нас девочки? Ты сильнее, чем ты думаешь. Это, мне кажется, это просто наш девиз нашего сериала. Ты сильнее, чем ты думаешь. Абсолютно скомканная кровать. Сразу ясно, кто на ней лежал. Смотрите, насколько любовь вот у артистов друг к другу. Здесь вот наш Гриша, который Марк, который как раз со мной в одном вагончике. Давай отсюда. Я новенькая, я просто думала, это свободно. Здесь занято, новенькая. Короче, ребят, вот мы вам показали наши домики, мы показали наши вагончики. А вы обязаны посмотреть новую серию сериала «Плакса» на Винк.